Паша, чревато. Это чревато. Спокойно, спокойно. Сейчас они с собой отнимут камеру и разнесут аккаунт. А зачем тебе подушка, Соня? Надо. Это Сонину обработать. Я хочу профиль взять. Смотрите, с каким сожалением на вас смотрят. Шабаты, скамеры. А ты? А еще не было смотреть. Нет, отнюдь. Такой группу крови пока еще не придумали. Неизвестно науки. Да. Сейчас камень поймаешь. Белковая фракция показалась отвечая мне. Хорошо, хоть не плюнули. Ты за спиной сидел, ты не видел. Я ну-ка повернись, может, ты видишь. Может, промахан на улице. Ну-ка повернись, может, ты видишь. Ты бы почувствовал резкий удар, да? Вообще, рукой. Russians go home. Понял, да? Катя! Катя! Гуревич, дай подушку. Такой красный. Гуревич, отдай подружку. Там такое интересное. Что вот это поймать такое? Бы его, да? Да. Вам там что-нибудь показать с той стороны. А что? Фигу я фигу, так. Фигу, да, я даже первым долгом. Это я буду с меня снимать. Мне нельзя крупным планом. Привет! Поняли? Ну, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здорово. Шалом, чуваки. Умник, извините. Прибедняется. Ты двигаться будешь? Будешь. Сейчас. Да, ну лампочка не горит. Ладушки. Видишь, сейчас ну, лампочка-то не горит, крутится. Ну, а меня пропустили. Ну, лампочка, ну, так, нет, не горит. Меня. Ну, готовы. А, вижу. Ладочка. Ну-ка, Янка. Яна. Приезжайте в гости. Яночка. Алло. Яна. Да. Яночка, сними нас ладочку. Снято. Замечательно. Запечатлено, я бы сказал. Само так осталось. Оно как-то само. Какая жесткая погода. Там он. Ну не шатай. Половину, половину. Помогайте, потому что это, знаете,
Положи его. Иврит Шили. Значит, не женское это дело говорить речи, а я уже совершенно расслабилась, потому что комиссарская роль моя, слава богу, почти доиграна. Эти два месяца, несмотря на то, что было очень много падений мелких, и несколько крупных взлетов для нашей группы пролетели практически как 3 дня. И сейчас, прекрасно зная, что нам всем пора домой и что нас ждут, я не очень представляю себе, как можно уехать. Молчу. קודם כל, ההקדמה הייתה שזה לא מתפקידה לדבר, כלומר, לא מתפקיד האישה לשאת נאומים וכל מיני דברים כאלה, אבל בכל זאת צריך להגיד משהו. אז קודם כל, למרות שהיו כמה ירידות קטנות, היו הרבה עליות גדולות, והחודשיים האלה עברו ממש כמו 3 ימים, והיא פשוט לא יודעת איך הם יחזרו עכשיו לרוסיה.
И Мерфлот. И дело здесь не только в экологических причинах или экономических. Переведи, потому что это связано с... Это не только связано с экологией и экономией. А потому что можно жить в разных странах, в одних жить плохо, в других жить хорошо, успешно и благополучно, но, наверное, немного есть стран на свете, которые судьба. Россия, кстати, тоже относится к таким странам, но для нас, видимо, наверное, первый, для меня, во всяком случае, я уж, позвольте, буду говорить для тебя, Израиль в первую очередь. Это страна, которая судьба. Переводи. בכל ארץ וארץ אפשר לחיות טוב, אפשר לחיות רע, וכנראה שזה הגורל. זה כולל את ברית המועצות. כנראה בשבילנו, הגורל שלנו זה ארץ המדינה. Прекрасно понимаю, насколько трудно было всем, кто с нами работал. Я хочу сказать еще и о том, все-таки это вечер какого-то итога, что нашей группе, наверное, все согласятся, тоже было очень непросто, потому что мы совсем по-другому привыкли жить, по-другому относиться к жизни и относиться к людям. И то, что к нам отнеслись с терпимостью и пониманием, наверное... Ой, ну, в общем, большое спасибо. Не могу я это все говорить. И... Что делать? Учительница русской литературы. Переводи. Последний вопрос. Хотела бы сказать нашим гостеприимным хозяевам, всем людям, которые имели отношение к программе, а так уж получилось, что в этом кибуце к нашей программе, видимо, имели отношение почти все, поскольку мы были заметны. Я думаю, что с полной уверенностью могу сказать, эта поездка не была для нас просто увеселительной и развлекательной. И я думаю, что бесследно она по части поднимания по лестнице и опускания по лестнице ни для кого из наших ребят, и для меня тоже, не пройдет. И у меня только надежда, что большого временного расстояния между тем, как мы окажемся на последней ступеньке и вернемся назад, не будет. Ты да. Что хочешь? Ма, что? Что хочешь? Я хочу. Я хочу тиргум. 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 מה נשמע? כלום. מה נשמע? טוב, בסדר. יופי. יופי. פשלי! או! רדסט מיה! רדסט! אך ты страшна! Радость моя! Ты не знаешь содержание этой песни? Да. Радость моя! Мы еще другой можем. Goodbye! 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 Ну да? Ну давайте, спойте. Спойте что-нибудь.
Next one. Отлично. Другом люли, дальше марш. Как ты страшно. Моя зуба. А можно я подурачусь немножечко? Можно. Можно. Доволен? Да. Конечно. Гадоль Мицуян. Гадолище Мицуян. Гадолище Мицуян. Козлище Гадолище. Мицуянчик, котенчик. Шалом. Группа иммигрантов. Макс, дай, пожалуйста, медиатор. Макс. Okay. I'll talk in English so at least some of the people here can understand me directly. People usually have two kinds of languages that they can talk. The first language is a language everybody knows about. It's English, Ivri, Paruski. With those languages, we had some problems, and we used our hands a lot, like this, and this, and everything. У людей могут быть проблемы с разными языками, с английским, с ивритом, с русским, неважно. И объясняют это при помощи рук, каких-то жестов, которые, в какой-то мере, можно понять. The second kind of language is the language that you don't need any words for. That's the language of the heart. And with that language, I think we talked fluently. Но есть второй язык, это язык сердца. На этом языке мы говорили достаточно бегло. If this party is only a sign of the end of 2 months, not only of your connection with the country, with Israel, everything that has to do with that, also the connection of people, of me and everybody that's here, and it's very, very sad. It's nothing to be happy about. Этот вечер ставит точку на нашем двухмесячном пребывании, но она надеется, что он не ставит точку на нашем общении со страной, с людьми. Если бы это действительно было бы каким-то финалом, это было бы очень грустно для нее. But if it's a party that's also an end and also a starting, that could be by Aliyah, or could be by letters, or could be by all kinds of other ways that people can find, then it's a very happy one. Но может быть этот сегодняшнее прощание.